Лол, просто минус 2К. Ну, хотя он спиной был, понятно. Что он было бы минус 22К, наверное. Куда поехал наш здесь первый? Молодец, 50Б, так и надо действовать. Противник-то всегда разбился. А как же не убил этот его друг? Просто Е4, кран краныч. Товарищ СССР.
Снайс Кинг, пока-пока. Если ты еще слышишь. Или еще здесь. Как же я не пробил-то? Воу-воу, 2553 опыта, ребята. Неплохо пострелял и посветил, и вообще бой получился очень неплохой, учитывая, что в самом начале у нас ваншотнули вот этого пикуса, ну, это не важно. И вот этот пикус был просто бесподобен. Сколько? 4-5 пробитий на базе... Ой, не пробитий сделал. Или вообще промахов. Ну, еще у нас он на стенам. Хотя, видимо, не повезло. Но вообще, нормальный бой. Хороший бой. Я думаю, даже можно его и сохранить будет в хайлайт.